Вы смотрите отзыв об отеле Линдесмэр. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Альтаир, который был в нем в 2014 году. Бухта в лиха, дыра дырою, черта на куличках. Четыре отеля, одно сельпо, как тут уже точно охарактеризовали этот супермаркет. Одна таверна ротонда, еда так себе и дорого. Под балконом по дороге ходят козы с козлятами и блеют. Мило. В первый день в номере обнаружили ящерицу. Потом часто встречались на балконе. Рентгарщики, пользуясь дырообразностью местоположения, дерут зверские цены. Машину на день удалось со скидкой взять за 50 е, которую в Полираках дают за 35 максимум. Отель. Запутанная система коридоров, лабиринтов в отеле. Все время вспоминался фильм «Чародеи» и хотелось крикнуть: «Люди! Ау! Где вы?» Сначала архитектора хотелось отправить в ад, потом понять, почему именно так, а не иначе, в конце уже не хотелось ничего. Привыкли и решили, что в этом есть какой-то смысл. По крайней мере, соседей почти не видели и точно не слышали. На пятый день я начала ориентироваться в лабиринтах-переходах. Муж раньше. Четыре лифта и фуникулер. На всех четырех по очереди приходится добираться из нижних номеров до ресепшн, в ресторан и обратно. Иногда приходилось ждать. Бывало, народу набивалось, как селедок, лифт наверх один, и ждать никому не хочется. Параллельно за углом идут лестницы, интуитивно находятся быстро, даже если не видны, иногда пользовались. Несколько раз попадали на дезинфекцию лифта, в котором после жестокой химической чистки дышать было невозможно. Когда мы переехали в другой отель, где можно добраться в номер на одном лифте за пару минут, я пару дней испытывала ощущение эйфории. Про лифты в ЛМ знала изначально, решила попробовать, теперь знаю точно, это не для меня. Номер. В номере, Superior, имеются чайник, чашки, бокалы, штопор. Чай, сливки пополняют. Номер неуютный, кондовый, клишечный. Вид с балкона потрясающий. Муж сказал, что за этот вид можно простить все. На балконе маленькая сушилка. Нам не хватало, натягивали веревку. На балконе ловит Wi-Fi. Ванны не было, только душ, отгороженный стеклянной стеной. Естественно, вся ванная комната заливалась водой, которую приходилось вытирать полотенцами. На вешалке для полотенец один крючок был сломан, другой едва держался, почти оторванный. Сообщили на ресепшн. Улыбались, да-да, все решим. И решили, на следующий день приходим в номер. ПЦ, болтающийся крючок оторван, вешалка на месте. С одним крючком. В результате полотенца валялись на кровати в номере, больше их девать было некуда. Полочка в душе крохотная, пришлось для губок привязать пакет. Из плюсов, всегда прохладно в номере, кондишн работает, это приятно. В прошлом году на Закинфе в 5 звезд отеля охлаждение вырубалось по выходу из номера. Ресторан. Ни на завтраке, ни на ужине гости не могут сами садиться, куда им вздумается. Каждый раз стоящая на входе девушка сажает вас за свободный столик. Сначала раздражало, потом привыкли. Рыбу и мясо готовят плохо, жесткое и сухое. А кондитерские изделия вкусные очень, практически все. Я особенно полюбила вафли по утрам. Дочь налегала на блины, потом в роду с палладиуме она блины вообще не ела, сказала, что невкусные. Вода в отеле кошмарно хлорированная, реально кошмарно. Она же идет на чай, который пить невозможно. Это стало для нас проблемой, потому что мы большие любители попить чаю. Пошла, пожаловалась. И услышала в ответ: не может быть. При кипячении хлорка испаряется. Пришлось обходиться соками. Кофе мерзкий. Столы маленькие, куча сервировочных приборов занимают почти все место. Официанты не успевают убирать посуду. Приходится убирать самим, на грязные столики. Иногда вообще не знаешь, куда приткнуть эту грязную тарелку. Хоть бы стол специальный поставили, что ли. Пляж и море. В июле еще холодное, даже в районе Линдеса. Заскочил и выскочил. Иногда сильный ветер. Только один день в период с 8 по 17 июля вода была теплая. Зареклась ездить на море раньше августа. На Закинфе в прошлом году было теплее гораздо. По правую руку в углу у скалы самый лакомый кусочек пляжа с песком и мелким дном, к тому же закрытый от ветра. Самое то для детей. Но этот пляж отведен для гостей отеля без детей Линдес Блу. Мы на него ходили, пока нам не сделали замечание, что сюда с детьми нельзя. Хорошо, что это было уже в конце пребывания в отеле. При этом греческие дети спокойно резвятся на пляже, и никто их, само собой, не гонит. То есть на лежаках нельзя гостям с детьми, без детей можно гостям Илмари и Элблу. Мешают, а своим, значит, бегать и орать можно. В общем, дискриминация. Для меня это обстоятельство перечеркивает все малочисленные достоинства отеля. Остальное. Скудный выбор в мини-маркете. На балконе у ресепшн, где стоят столики бара, спросила, есть ли Wi-Fi, официантка ответила, что нет, видимо, решила, что не будем заказывать напитки. Обманула, то есть, неприятный осадок остался. В этом есть, конечно. Даже у нас на балконе внизу, не то, что у ресепшн. На территории отеля, абсолютно точно, потеряли сумку с пляжной обувью. Не вернули. Даже в Египте десятилетней давности возвращали потери. Меняли ужин на обед. Дают ваучер 12 евро на человека, 6 евро на ребенка, напитки платно. То есть у нас получилось 30 евро на еду, хватило в принципе перекусить.
По вечерам есть концерты наверху в баре у бассейна. Локально, не очень громко. Нам сильнее слышался грохот музыки то ли из соседнего Сентида Линдос, то ли из единственного в бухте ресторана, не поняли. Ужас-ужас. Такси в Линдос, из отеля 8 евро через ресепшн, обратно, 6 евро. Ехать 5 минут или меньше. Вообще, такси на Родосе показалось очень дорогим. Итог, для меня Линдос Мари стал отелем завышенных ожиданий. Уж так о нем все восхищенно отзывались, что готовились к лучшему. На деле это обычная четверка с замороченной архитектурой и рядом проблем. С детьми в этот отель точно не советую, хотя иностранных детей там немало, мелких 0,5. Может только парам, которых до чертиков достала цивилизация. Другим советовать не буду и сама не вернусь. Хотела поставить тройку, но за кондитерку добавлю. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.